Доброе утро. Эфир нашей программы продолжается. Ну и как поется в одной из самых популярных сейчас песнях, выходить в свет нужно в классных штанах и обязательно на лабутенах. А вот как выбрать форму каблука для своих туфелек, для своей обуви, нам сегодня в этом вопросе поможет разобраться преподаватель высшей школы имиджа и стиля Елена Чеснокова. Доброе утро. Доброе утро. Елена, есть ли какие-то тенденции, какие-то течения сейчас, которые весной будут актуальны вот как раз вот в обуви в размере каблука? Да, конечно, есть, но на самом деле мода нам опять предполагает то, что вы можете выбирать любое, то, что вам нравится, то, что подходит вам по стилю, то, что вам удобно и так далее, и тому подобное, да. Но есть основная тенденция, это именно шпилька, причем шпилька классическая, но в различных ярких оттенках. То есть если мы будем... Да, это классическая шпилька, то есть это бежевая, это на самом деле абсолютная классика, но если говорить про модные тенденции, то сейчас актуальны вот подобные варианты, то есть то, что очень яркое, то, что привлекает к себе внимание цветом, фактурой, фасоном, но при этом форма каблука – это классическая шпилька. Классическая шпилька тонкая, 10 сантиметров? Тонкая от 7 сантиметров. А какие тогда вообще бывают виды каблуков? Вот на самом деле очень много разных есть каблуков, и тут зависит от того, по каким параметрам мы судим. То есть это может быть каблук разный по высоте, то есть бывают каблуки очень низкие, допустим, вот такие, да, это венский каблук. На самом деле это самая универсальная форма каблука, и начинается она с 19 века, появляется в нашем мире, да. И если мы будем смотреть, то это как раз такие вариант для девушек, которые занимаются какой-то динамический образ жизни, им нужно постоянно перемещаться, или если, например, у вас очень высокий рост. Потому что все-таки, если мы будем говорить про обувь совсем без каблука, да, то есть такие а-ля тапочки, в них на самом деле не очень удобно. А как раз-таки вот на таком венском каблуке передвигаться намного удобнее. Да-да-да. Вот. Каблуки есть. А, хорошо, вот эта шпилька? Это клиновидный каблук. Клиновидный или его еще иногда называют конус. Да, это на самом деле символ женской эмансипации, когда женщины начали качать свои права в обществе, добиваться каких-то высоких должностей, а-ля политиков, каких-то бизнесменов. Это вот как раз символ этого. Ну, вот, а вот у меня в руке это каблук, если не ошибаюсь, как-то рюмочка, что ли? Это рюмочка, да. То есть это каблук, который сужается к низу, на самом деле сверху он более широкий. Он считается одним из самых устойчивых, но здесь такой вариант уже более высокий, да. Изначально классическая рюмочка где-то около 4 сантиметров максимум. Ну, вот мы видим, что вот это даже не каблук? Это танкетка. Как... Танкетка, да, это когда у нас переходит каблук сразу же в основную подошву. И на самом деле очень удобный и, кстати, тоже очень актуальный вид обуви в этом сезоне. Вот сейчас, в этом сезоне. Да. Елена, у меня вопрос такой, девчачий. Сейчас в магазинах, я думаю, многие наши зрительницы тоже обратили на это внимание, очень много представлено обуви на широком, массивном, таком мощном каблуке. С чем носить такой каблук? Кому рекомендовано наряжаться в такой вид обуви? Ну, на самом деле, это тоже один из трендовых каблуков. То есть это каблук, называемый столбик, когда он идет достаточно широкий, устойчивый и может быть достаточно даже высокий при этом. Но здесь такой очень важный нюанс, то что каблук-столбик, он подойдет не всем девушкам. То есть он, конечно, идет тем, кому нужно добавить роста, но при этом все-таки более миниатюрным девушкам по весу. Потому что если у вас есть склонность к полноте, то такие каблуки могут вас визуально сделать более тяжелыми. То есть подчеркнуть как раз особенность фигуры. Ну, или либо исключить платформу. То есть чтобы он был на плоской подошве. То есть вы считаете, что если в тебе 150, а ты 170, то вот на этом можно ходить? Нет, тогда это тоже будет уже такой на контрасте. Будет казаться, что вы очень тяжелые на очень хрупком каблучке. То есть здесь нужно искать что-то такое средний, универсальный, например, идеально подойдут вот подобные клиновидные каблуки, либо такие средние по ширине, вот, допустим, еще как вариант каблук-клеш, это тот, который сужается с одной стороны. Тоже на нем вы будете выглядеть более устойчиво. Ну вот, я хочу, простите, сейчас стилистом побыть. Мне кажется, действительно, для полных женщин, шикарных, наверное, все-таки нужно носить что-то такое, потому что по законам физики весь твой вес, если будет сосредотачиваться вот в этой шпилечке, то ты как бы будешь продавливать керамогранит. Ну, будет просто неустойчиво, и визуальный ряд такой будет, что очень что-то большое, но очень хрупком, и будет казаться девушка такая очень неустойчивая, и как будто она сейчас повалит. Все, что я хотел, я сказал. Но у любой леди, я считаю, должен быть определенный минимум набор каблук и шпилька, и широкий, и обувь с низким каблуком обязательно. У меня вот какой вопрос. Весна наступила, вот еще немного, снег сойдет, и девчонки начнут наряжаться по полной программе, что называется. Вопрос у меня к открытому
носочку. Угу. А, можно ли все-таки или нет надевать такую открытую обувь шерстяным носком с колготками? На самом деле, если мы посмотрим, опять же, тенденции, предлагают не колготы, а предлагают использование носочков очень активно. То есть, когда у вас есть открытая обувь с открытым носком, и здесь какой-то очень нарядный может быть носочек. Причем вы можете менять, опять же, внешний вид вашей обуви, меняя носочки. И специальные магазины аксессуаров предлагают достаточно большой выбор всяких разных интересных моделей вот таких аксессуаров, как носки, какие-то, может быть, чулки. То есть, можно всячески играть, и каждый день новый образ. Но это все равно довольно смелый такой образ, когда у тебя туфли открытые и носочки. Выглядит, конечно, очень кокетливо, особенно если вот, ну, весь образ в целом поддерживается. Но я вот не уверена даже, что я осмелюсь нарядиться в такое. Да, и если говорить еще про мужские тоже тренды, вот, сейчас очень актуальны мужские сандали с носками. Да весь ладно? Милан, серьезно, все показы. Все показы. Мужчины в носках, на сандалиях. Причем есть даже сандали а-ля вьетнамки, которые, да, разделяются. Ага. А, там тоже предлагают их носить с носками. Специальный носок только, да, нужен. Специальный носок большим для вьетнамок. Большим пальцем с одним. Да, все верно. Елена, давайте все-таки подведем некоторый итог. Сколько пар обуви должно быть в гардеробе приличной барышни? Ага, ну, должна быть у вас одна очень удобная пара обуви на каблуке, да, допустим, для повседневных прогулок вот такого формата, каблук небольшой, чтобы вам было удобно, допустим, для динамичного образа жизни. Для какого-то выхода желательно иметь у себя шпильку, причем желательно, я бы вам всем посоветовала отказаться от черного цвета, потому что это на самом деле достаточно уже так формально, и хочется как-то разбавить свой гардероб, пусть это будет ярким аксессуаром, который разбавит, наоборот, любое черное платье. Вот. И также я бы порекомендовала иметь обувь на устойчивом каблуке, то есть, например, вот такого формата, либо такого формата, чтобы вы могли, опять же, выглядеть и нарядно, и в то же время вам было удобно, и в то же время это было бы не такой уж слишком женственный вариант обуви, как шпилька, потому что шпилька — это стопроцентная женственность, это проявление вашей женственной натуры, а все-таки не всегда хочется ее проявлять, иногда хочется быть немножечко пожестче. Иногда приходится просто быть чуть более мужественной. Да, пожестче, помужественнее, тогда и каблук должен быть, соответственно, более массивный и такой более основной. Вот, мы узнали, что должно быть в гардеробе у приличной женщины, а у неприличной женщины должно быть, наверное, каблуков еще больше. Ну что ж, друзья, мы благодарим нашу гостью, преподавателя Высшей школы имиджа и стиля Елену Чеснокову. Она нам рассказала все о каблуках. Буквально через пару минут мы вернемся в нашу студию и почитаем ваши письма, которые вы отправляете в нашу романтическую почту.